Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. 3 года назад я встретила парня, в которого сильно влюбился, не отвечал мне взаимность, предлагал только дружбу, и мы прекратили общение по моей инициативе. Однако я не могу ни с кем теперь встречаться, мне никто не нравится. Гуляя с кем-то, я все равно сравниваю, считаю, что этот вариант хуже, чувствую себя еще хуже, чем одна. Страдаю от одиночества, но ничего не могу сделать. Виню себя за ошибки, которые туда допустила. Как наладить личную жизнь и отпустить ситуацию? Прошло много времени, у меня ничего не получается, будто нет смысла в жизни и душевная пустота. Смотрите. Дело здесь заключается, в принципе, в том, как мне видится, что ваша влюбленность изначально, она уже была обусловлена, так скажем, некоторыми факторами, такими, например, как, возможно, желание раствориться в человеке, возможно, желание заменить другим человеком себя, то есть, ну, свою какую-то вот, так скажем, активность, да, то есть, вот, сила влюбленности, да, влюбляться в кого-то это нормально абсолютно, но вот именно сила влюбленности, она зависит именно от того, насколько человек, так скажем, готов погрузиться в другого, да, раствориться в другом. Вот в вашем случае, на мой взгляд, ну, довольно-таки сильно это, значит, ну, происходит. То есть, на мой взгляд, вы довольно сильно, значит, погружаетесь, готовы были погрузиться в человека, скажем так. Вот. Другой вопрос заключается в том, как мне видится, другой вопрос заключается в том, что вы в это вкладывали. Вот. То есть, что вы вкладывали в во влюбленность, что вы вкладывали, ну, конкретно в влюбленность. Вот. То есть, это вот, как мне видится, довольно такой важный, довольно такой серьезный момент, вот, потому что, судя по тому, что вы сейчас описываете, судя по тому, как вы описываете, ну, вот, себя и своего, значит, состояние прямо здесь и прямо сейчас. Вот, я думаю, что при влюбленности, да, то есть, ну, вот, при том, что вы влюбились, вы уже
довольно сильно получается себя обесценивал. Вот. По крайней мере, так это мне кажется. Вот. То есть очень важно, на мой взгляд, предельно важно увидеть вам, что же я или как я себя, значит, чувствовала. Вот. Когда влюбилась. Это вот по большому счету такая история. Это история про именно растворение. Вот. В другом, в другом человеке. Вот. То есть вот этот момент, на мой взгляд, очень важно вам для себя увидеть. Еще один важный момент заключается в том, что вы, как вы, по сути, сами говорите, ищете лучший вариант. То есть вот именно вы ищете мужчину, который вам что-то даст. То есть это тоже такой, получается, довольно важный момент. Вот, постараться увидеть, что же я хочу получить от мужчины. То есть вот, всем буквально я нуждаюсь. В чем я нуждаюсь, да, и вот, собственно говоря, чего я хочу, вот, чего мне не хватает. То есть, по большому счету, мы здесь говорим о потребностной сфере, по большому счету. Вот, мы здесь говорим именно по большому счету о потребностной сфере. Вашей потребностной сфере. Мы тут говорим. Вот. Именно поэтому и нужно продолжать об этом говорить дальше. Расставание, я не знаю, насколько там, например, для вас это было расставание, вот, но расставание в любом случае может являться травмой. То есть расставание в любом случае может быть неким травматичным, то есть разрывающим реальность, разрывающим ваше привычное восприятие мира, людей, себя. Вот. И, соответственно, это тоже, возможно, нужно корректировать. Вот. И
Еще один момент, вот вы, значит, пишете, что гуляя с кем-то, я сравниваю, считаю, что этот вариант хуже. Вот здесь самое такое вот, наверное, неприятное заключается в том, что вы ищете вариант. То есть вы вообще не с человеком общаетесь. Вы не с человеком общаетесь, не с человеком взаимодействуете. А вы именно ищете вариант. Вот. То есть именно вот. Просто ищете вариант, который вот вам, ну, условно говоря, бы, ну подошел бы. Вот. На мой взгляд, это достаточно такая, значит, ну, проблемная история, если вы хотите выстраивать отношения, значит, с мужчином. Вот. Потому что мы говорим о том, в этом смысле мы говорим о том, что вы выстраиваете отношения с людьми, люди это не варианты, люди это личности. Вот, значит, соответственно, если вы не можете в этом смысле воспринимать, ну, человека как личность, вот, то, вероятно, вы себя тоже сводите к некой такой функциональной модели. Вот. Нужно постараться увидеть, что это за модель. Ну вот. Что это за такая вот функциональная модель, да, как вы себя вот воспринимаете в этой истории, как вы к себе относитесь и так далее. Вот, решением этой проблемы может стать работа с поиском смысла, ну, смысла жизни, вот, что, на мой взгляд, сейчас для вас может являться проблемой, значит, ну, именно из-за того, что вы чувствуете, значит, ну, некоторую такую вот, получается, потерянно, да, вы чувствуете некоторую такую, получается, ну, неприкаянность, можно так сказать, вот, и, соответственно, ну, вот в этом смысле нужно тоже как следует посмотреть, да, как следует вот поисследовать этот момент, этот аспект, чтобы вам было как-то, ну, понятнее, чтобы вы видели, чего вы, например, хотели бы, да, и так далее. Вот. сейчас этого, опять же, по понятной причине не происходит. Вот.
Поэтому, ну, на мой взгляд, нужно, конечно, с этим работать. Нужно с этим работать, и нужно вам в этом направлении, наверное, двигаться. Ну, как мне, по крайней мере, кажется, да, и как мне, по крайней мере, видится, вот. Вот, пожалуй, как-то так, вот, пожалуй, какой-то такой момент, я думаю, можно вам выразить здесь, можно вам описать здесь. Вот, ну, в целом, конечно же, вот то, что обычно бывает, это вот, ну, в первую очередь, вот, знаете, какая-то такая вот обида на ну, молодого человека, да, на мужчину, вот какая-то обида есть, вот, и некоторая такая вот, знаете, как бы сказать, ну, некоторая незавершённость, давайте назовем это так. Вот, и, соответственно, если мы сталкиваемся вот с этой незавершенностью ситуации, вот, а мы так или иначе с ней, получается, сталкиваемся, вот, то есть мы сталкиваемся именно с тем, что у вас вот, у вас присутствует вот это вот, ну, вот это вот незавершенность. То есть такое чувство, да, такое ощущение, что вот, вроде бы вы там, ну, были, значит, в отношениях, да, вроде бы они как-то вот, ну, закончились, ну, вот, а в то же время, ну, для вас они, как будто бы все равно еще продолжают идти, то есть вы как будто бы в этих отношениях все равно продолжаете находиться, вот, поэтому, но мне кажется, что наша задача заключается в том, чтобы помочь вам завершить эти отношения, то есть, ну, прожить вот все чувства, которые вот у вас так или иначе в наличии сейчас, вот, значит, ну, вот, получается, значит, к человеку. Вот. И тогда вы сможете, на мой взгляд, ну, двигаться дальше. Вот. Сейчас у вас вот такой возможности, ну, как бы, ну, очевидно, да, нету. То есть вот сейчас вы не можете двигаться туда, не можете двигаться вот, ну, в новые отношения, к сожалению. Вот, вот, пожалуй, такой момент я хотел бы для вас, значит, ну, постараться донести. Сейчас вот, значит, с точки зрения, ну,
точки зрения психологии, да, и точки зрения вот, психотерапии. Конечно. Очень жаль, что вот, ну, приходится вам это, так скажем, что, ну, переживать. Безумно жаль. Ну, что вы, значит, ну, с этим сталкиваетесь. Вот, ну, вот, ничего не поделать в данном случае. То есть, вот, такая ситуация. Просто хочется, чтобы вы обратили внимание на то, что довольно сильно вас это тормозит. То есть вот, ну, довольно сильно вас это как-то останавливает, что ли, скажем так. То есть, ну, по сути, вот очень-очень сильно влияет на то, как вы живете прямо здесь и сейчас. Вот. И очень сильно это на вас влияет, поэтому, вот, соответственно, ну, качество жизни падает. Вот, вероятно, страдает также и ваша самооценка здесь. Вот. Ощущение собственной ценности страдает тоже. Особенно, если мы говорим, там, допустим, о восприятии вам и себя, да, то есть, мы говорим о том, как вы, ну, привыкли себя видеть, как вы себя видите и так далее. Вот, ну и, конечно, если вы бежите от себя, вот, очень на этом похоже, что вы от себя бежите от самого себя, от чего-то в себе, что вам как-то, ну, по той или иной причине тяжело, больно, трудно воспринимать. Вот, то, конечно, отношения тоже не складываются. Вот. Такая вот история. Отвечаю на ваш вопрос, значит, как наладить личную жизнь, отпустить ситуацию, можно, прожив ее. Вот, а наладить личную жизнь, тут нужно на самом деле разбираться и смотреть. Вот. Более проще к этому относиться. Вам нужно учиться, да? То есть сейчас у вас прям цель построить отношения. Нужно к этому более проще относиться, нужно к этому ну, более спокойно относиться, что ли, вот, и смотреть на ситуацию, вот, так, ну, так скажем, больше не в контексте другого человека, а в контексте себя, то есть, вот, я-то чего хочу для человека, потому что сейчас есть такое ощущение, что вот, вы ничего не готовы в отношениях проявлять, ничего не готовы в отношениях давать, а только вот смотрите на то, что мужчина предлагает. Вот. Ну, это, опять же, не самое лучшее подспорье для построения отношений. Вот. Понимаете, да? Вот. Ну и, значит, вот вы пишете, что мы прекратили общение по моей инициативе, вот из какого чувства вы это сделали? То есть, ну, что вы чувствовали? Ну и очевидно, что обида, злость, может быть, агрессия, вот, у вас до сих пор в наличии и также мешает вам взглянуть на человека несколько непредвзято, непосредственно и так далее. Ну, вот. И отдельным пунктом идет то, что вас привлекло вот в этом мужчину. То есть, что вас привлекло. Это похоже на страсть, да? Страсть.
Это похоже на действительно влюбленность, но в то же время на идеализацию человека. Вот если увидите, что вы идеализируете в человека, вы сможете увидеть, чего вам не хватает себя. Все такие, на самом деле, довольно поверхностные вещи, потому что мало довольно информации вы пишете. Вот, и нужно более подробно с вами разговаривать, чтобы уже как-то понимать, в какой парадигме мы находимся. Всего вам самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи.